Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Срок». Сроку жизни так мал. Я немного устал. День прожить нелегко. До конца далеко. За закатом рассвет. Мига вольного нет. Посидеть, отдохнуть. И отправиться в путь. Ну вот так и живу. Беспокойным слыву. Я надеюсь, свой век до конца доживу. Спасибо. И вам желаю тоже дожить свой век до конца. Я вообще считаю, что написано в судьбе того не избежать. Может, у вас есть какие-то другие мысли? Оставьте комментарии.